Всем привет! И вы все у меня на канале «Посеем, пожуем». Друзья, сейчас ролик будет не длинный, я прошу всех досмотреть до конца. Идет сейчас заготовка первой зелени нашей, это укроп. Ну как без укропа? Ни одного салата, ни одного супа. Я люблю укроп именно замороженный. Я не люблю укроп с солью. Ну, лишняя соль, знаете, вот не так подсолишь. Вот. А замороженный, я его вот так вот привезла с деревни, потому что мой укроп вырастает вот такой, я его сразу съедаю, у меня нету укропа. С деревни вот такой вот обдираю, самые такие хорошенькие, зелененькие. Вот такие вот ароматные соцветия я складываю, сейчас расскажу для чего. Вот эти палочки, которые мягкие, я их вот так вот ломаю, вот так вот, и сюда в емкость. Здесь у меня соцветия вот такие вот, вот. Видите, вот такие соцветия и вот такие вот палочки. Это я потом расстелю на газетке, хорошо просушу. И это, друзья, у меня пойдет на засолку. Когда я буду солить, я не буду с квадратными глазами бегать по рынку и искать этот укроп. Раньше, друзья, вот я хочу поделиться своей небольшой ошибкой. Я вот так вот, вот так вот, вот так хранила, вот так завязывала, вот так веничек. И вот так подвешивал в таком состоянии. Он высыхал, потом семечки опадают, осыпаются. Самое вкусное все осыпается. Начинаешь вот так вот ломать, все это осыпается. В этом году, я думаю, что вот так будет самое лучшее. Которые совсем уже деревянные вот эти палки, я их выбрасываю, я их, друзья, не беру. А вот сочненькие, молоденькие вот такие вот палочки, я их складываю. И вот такие вот соцветия. Вот, вот они идут, немножко еще порвем. И они идут на засолку. Самая-самая, друзья, красота. Взял немножко вот так в баночку с огурчиками, помидорчиками. Эти, которые маленькие веточки, я их, друзья, вот так обламываю. Режу помельче. Вот так вот меленько режу. Потому что потом супчик, второе, что будете готовить, все замечательно будет. Вот. И вот так вот складываю в пакетики. В эти пакетики. Сейчас я наберу побольше, покажу вам. Так, вот еще встретил соцветия, они самые душистые, это сюда, эти все сюда, вот, и зимой мы, друзья, не будем с вами вспоминать о укропе. Я размораживаю, друзья, его тоже постепенно, то есть достаю пакетик, понемножку я, вот прям на 1-2 раза, достаю этот пакетик и убираю вниз в холодильник, уже не в морозильную камеру, а вниз, он оттаивает постепенно. Вот так воздух выпускаем и вот так вот закручиваем. Вот. И вот такие вот палочки у меня вот уже будут лежать в морозильнике. И он, знаете, он и рассыпается, он не будет одним большим комком. Он рассыпается, его хорошо, если много, отщипнул и опять убрал, друзья. Заготавливаем укроп, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели до конца. Ставьте лайк и пока-пока. Друзья, забыла еще вам сказать, попрощалась, что когда вот это вот мы на засолку приготовили, это все мы высушиваем. Можно на газетке, на какой-нибудь пленочке, в тени, без солнышка, чтобы он был вот такой зелененький. И потом, друзья, я их складываю или вот в такие зип-пакеты, но здесь, друзья, должна быть дырочка, видите, дырочка, для того, чтобы укропчик дышал, не заплеснел. Вот здесь вот такая вот дырочка, куда мы, можно несколько дырок вот так сделать, зип-пакет складываем. Но я, друзья, не зип-пакет, мы кушаем вот такие кашки. И у меня таких коробочек очень много. Мы на завтрак вот эти кашки кушаем. И я вот сюда насыпаю, закрываю, вот прекрасно. Здесь вот так вот, прекрасно вот так вот у меня хранится, коробочки стоят, вот этот вот укропчик. А можно, друзья, вот в такой холщовый мешочек, вот такой мешочек сшить из ткани, затягивается, и хранить там. Ну, а теперь, друзья, все, уже пока-пока.